Чебоксарскому аэропорту предлагается присвоить имя нашего земляка, дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации, летчика-космонавта СССР Андриана Григорьевича Николаева. Минтранс Чувашии проводит опрос жителей республики. Для того, чтобы проголосовать, необходимо зайти на официальный сайт Министерства транспорта и дорожного хозяйства Чувашии. Напомним, Андриан Григорьевич Николаев – летчик-космонавт СССР, дважды герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Родился в 1929 году в селе Шоршило. Совершил два космических полета, а его именем названы улицы бывших городов СССР. Кратер, находящийся на обратной стороне Луны, тоже носят его имя. Существует множество памятников Андриану Николаеву в столице республики, в родном селе Шоршило. О нем написаны книги, стихи, существует медаль имени космонавта Николаева. Андриана Григорьевича Николаева не стало 3 июня 2004 года.